говорил еще раз, у меня рассказывал. Примерно 2 года назад мы подняли проблему того, что школьные психологи в школе просто физически не способны выполнять свою задачу, часть профориентации. Методики диагностики, которые были разработаны, ручная обработка, колоссальный объем времени, это ужасно. И мы вот предложили идею того, мы предложили инструментарий, который на несколько порядков какое-то время работает с диагностиками. Это классно, пользуются в основном страны СНГ, вообще за них пользуются очень мало. Сейчас мы накопили много-много результатов диагностики детей. Было бы классно сделать среду, платформу, базу данных, которая бы содержала эти диагностики ребенка и видим тенденцию изменения его каких-то конкретных показателей. Это должно быть здорово, классно и присоединять. Кто вам надо в команду? Если вы PHP-разработчик, вообще шикарно, если вы работаете с базами данных, класс. Спасибо большое.